Друзья, всем привет! Сегодня получила очередную посылочку из Китая. Вот такую посылочку. Здесь находится такой штатив, средний штатив для фото-видеокамеры. Я тут продавец написал, да, камера, трипод. Стоит, здесь он написал $2, но этот штатив стоит, это я брала тоже по акции, $3.50. Вот такой средний штативчик. Видите, он должен быть в таком виде, он где-то 25 сантиметров, в расложенном 60 сантиметров. Так, давайте откроем и посмотрим, что у нас здесь есть. Вот запечатанный вот такой поролончик. Такой кусочек поролончика. И вот такой у нас штативчик. Вот такой штативчик. Так, сейчас распечатаем и посмотрим. Конечно, можно было еще и пупырышку поставить. Но надеюсь, что штативом все нормально. Вот такой у нас штативчик. Здесь есть, если вы видите, есть уровень. Вот так у нас, такая у нас есть ручка. Так, давайте его разложим. Оно здесь крутится, ручка туда-сюда. Можно покрутить по кругу. Так, здесь оно фиксируется. Здесь вот такая у нас такой для закрутки фотоаппарата или видеокамеры такой шурупчик. Так, раз так, давайте его разложим. Вот. Вот такой у нас штативчик. Это один разъем, и можно разложить еще. Вот так разлаживается еще на один. Так, вот такие у нас ножички. Такой штативчик, конечно, вам плохо видно, но так, еще должно быть еще на один раз, да, вот, если вам видно, он разлаживается, получается, раз, два, три, такой трехуровневый, я бы сказала, знаю, как правильно его назвать, конечно, я никогда штативами не имела дела, это я взяла себе посмотреть на этот штативчик и попробовать. Вот и у нас получается вот такой штативчик. Так, вот у нас на 3. Так, штативчик кажется такой у нас крепкий, алюминиевый, с пластмассовыми вот такими штучками. Но штативчик, если вы видите, так, здесь, ну почти на каждой ножке штативчик. Или грязный, или пошкрябанный. Вот такой бракованный немного, почти вот кругом. Ну, вот такой у нас получается штативчик. Здесь вот так, как я говорила, здесь крутится. Здесь можно регулировать, чтоб здесь регулируется. Вот так, как будет подставка. Здесь регулируется. Ну, в принципе, такой, я бы сказала, что нормальный такой, ну, нормальный за такие деньги, если покупать по акции, потому что если не по акции, он стоит в 2 и в 3 раза дороже, такой штативчик, а по акции можно купить. Так что если он поставить на стол или где-то, чтобы что-то сфотографировать,
или на улице. Там написано, что это штативчик для рыбалки, для отдыха на природе. Так, конечно, я его не могу как-то поставить, вам показать нормально. Но можете посмотреть, потом поставлю фотки. Если сделаю, то поставлю в конце фотки. Ссылка будет в описании. Так что вот такой у нас сегодня штативчик. Все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.